Мы находимся в кризисе. Я надеюсь, что мы начинаем выходить со следующего года. 17, 18, 19, с 20 года, даст Бог, очень будет у нас хорошо. Я думаю, что через пару десятков лет Казахстан станет более процветающим государством. В 50-м году войдет в число 30 государств развитых мира, это ОСР. И в этой стране будут жить люди, которые довольны своей жизнью,